Приветствую вас на канале TechRevisor. В этом рейтинге я собрал 8 лучших конвекторов на 2022 год. В мой топ попали только лучшие модели из разных диапазонов цен. От 2,5 и до 16,5 тысяч рублей. При отборе моделей я обращал внимание на следующие характеристики. Габариты, режимы работы, защитные опции, способы установки и мощность, от которой зависит площадь обогрева. Также стоит учесть, что практически у каждой модели есть разные по мощности вариации. А чтобы оценить качество обогрева, удобство управления и особенности эксплуатации каждой модели, а также объективно выявить плюсы и минусы, я изучил отзывы покупателей и обзоры экспертов. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал. А чтобы не пропускать новые видео, не забываем про колокольчик. Ну а теперь поехали! И начну я с 8 места моего топа, которое занимает Electrolux Airstream и CH-AS1520MR. Это конвектор глубиной 9,7 см, высотой 40 см и шириной 59,5 см. В верхней части передней панели расположены вентиляционные отверстия, а на фронтальную вынесен переключатель, которым можно регулировать степень нагрева. Модель мощностью 1500 Вт предназначена для обогрева помещения до 20 квадратных метров. Работать может на одном из двух режимов – при полной или половинной мощности. У конвектора монолитный нагревательный элемент X-образной ребристой конструкции с ракушечной поверхностью, за счет чего увеличена площадь поверхности теплоотдачи на 25% в сравнении со стандартными нагревательными элементами. Он обеспечивает быстрый разогрев, всего за 75 секунд нагреватель выходит на свою полную мощность. У обогревателя встроенная защита от перегрева и влагозащищенный корпус. Установить конвектор можно на ножки, оснащенные колесиками, или повесить на стену. В комплект входят и кронштейны для настенного монтажа, и шасси для перемещения. Цена от 5000 рублей. Это надежная модель, оснащенная качественным нагревательным элементом, который обеспечивает быстрый, эффективный обогрев. Обладает простым управлением и всеми обязательными опциями безопасности. По отзывам на Яндекс.Маркете, 92% пользователей рекомендуют модель к покупке. Следующую позицию занимает модель ценового сегмента выше среднего – Nova NFK4S15. Это модель из новой серии, в которой реализована технология эко-дизайн, включающая в себя новую электросхему и электронную систему управления повышенной надежности. У него встроенный термостат с ручным управлением. Усовершенствованный термостат поддерживает температуру с точностью до 0,1 градуса и снижает потребление электричества в режиме ожидания до 0,5 ватта. Модель имеет влагозащиту класса IP24, то есть ее можно устанавливать в помещениях с высоким уровнем влажности. Она намного больше по габаритам, ширина 102,5 см, но зато она очень узкая, 5,5 см, и совершенно не мешает при настенном монтаже и при установке на шасси. Конвектор мощностью 1500 Вт подойдет для помещения от 15 до 20 квадратных метров. Конвектор отключается при опрокидывании и перегреве. Цена от 13 тысяч рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, обладает более лаконичным дизайном, усовершенствованным термостатом, низким энергопотреблением и высоким уровнем влагозащиты. 94% пользователей рекомендуют эту модель. Шестую позицию в моем рейтинге занимает бюджетный Hyundai HHV1810 UI3321. Это модель типовых размеров 46 на 40 на 9 см, выполнена в авторском эксклюзивном 3D-дизайне, имеет обтекаемые выпуклые формы и нестандартную панель для вывода воздуха. Благодаря особой конструкции этого блока обогреватель создает не плоские воздушные потоки, а объемную волну. Причем за счет внутреннего исполнения воздушный поток усиливается и выводится наружу на большой скорости при избыточном давлении. А за нагрев воздуха отвечает стич – нагревательный элемент нового поколения. Модель оборудована механическим термостатом и двумя переключателями для выбора одного из двух режимов. Расположены они на боковой панели. Установка возможна настенная и напольная на шасси с колесиками. Конвектор мощностью 1000 Вт предназначен для обогрева помещения до 10-13 квадратных метров. При опрокидывании и при угрозе перегрева срабатывает аварийное отключение. Цена – от 3000 рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, конвектор оснащен невлагозащищенным корпусом и простым механическим терморегулятором. Но для бюджетного обогревателя имеет отличное оснащение. Обтекаемый корпус без острых углов. Блок воздуховода особой формы для усиления эффективности обогрева помещения. Почти все владельцы готовы порекомендовать модель к покупке. Пятую ступеньку занимает Xiaomi Smart Mi Electric Heater 1S. Модель строгого стиля и лаконичного дизайна, как и вся продукция этого производителя. По габаритам она выделяется большей шириной 68,4 см,
Выходные отверстия расположены на верхней панели, а не на лицевой. Это отличает ее от всех уже описанных конвекторов. Еще модель выделяется только одним вариантом установки – на ножке. Они оснащены противоскользящими вставками для устойчивости. Есть удобные ручки по бокам для безопасного переноса по помещению. Для управления на боковой части предусмотрена сенсорная панель с дисплеем, а также выключатель в нижней части. При помощи сенсорных кнопок можно включить нагрев, выбрать необходимую температуру, которая отображается на экране, указать время работы для отключения по таймеру. Для удобства пользователя на дисплее отображается и уровень влажности в помещении. Конвектор мощностью 2000 Вт предназначен для помещения площадью 10-15 квадратных метров. Как и для большинства техники Xiaomi, подключение обогревателя происходит с помощью приложения. В нем можно регулировать настройки, контролировать работу, получать оповещения о возникающих ошибках. При перегреве или опрокидывании обогрев прекращается. Цена – 9000 рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, конвектор не предусматривает настенного монтажа, но зато имеет дисплей с указанием заданной температуры и уровня влажности, возможность управления через приложение, удобные для переноса ручки и широкие устойчивые ножки. Все владельцы этой модели рекомендуют ее к покупке. На следующей ступени топа стоит Balu Solo Turbo BEC SMT1520. Конвектор традиционного исполнения с широкими выходными отверстиями, расположенными на лицевой панели в верхней части и увеличенным воздухозаборником в нижней. Модель оснащена монолитным нагревательным элементом, изготовленным по технологии Hedgehog, которая позволила увеличить теплопередачу нагревателя и время разогрева на 20% при весьма компактных размерах оборудования – 54 на 40 на 84 см. Конвектор оснащен всеми необходимыми защитными опциями, может работать в помещениях с высокой степенью влажности. Обогреватель не рассчитан на настенный монтаж. Его можно установить только на ножки, которые идут в комплекте. Конвектор мощностью 1500 Вт рассчитан на обогрев комнаты площадью до 20 квадратных метров. Работает модель только на одном режиме, но степень нагрева можно регулировать механическим переключателем. Цена – 4000 рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, отличается размещением воздухоотводных отверстий и формой. Имеет простое механическое управление и не предусматривает ручек или колесиков для удобства перемещения между комнатами. Выделяется влагозащищенным корпусом, что расширяет возможности его применения, и качественным нагревательным элементом, который обеспечивает эффективный и быстрый обогрев. 92% пользователей рекомендуют модель к покупке. Тройку лидеров открывает самый бюджетный обогреватель в моем топе – Thermex Pronto 1520M. Это модель напольного типа на ножках. Воздухоотводные отверстия у нее расположены в верхней части лицевой поверхности, а по бокам есть ручки для удобного переноса по помещениям. Нагревательный элемент у конвектора простой TEN, как у большинства бюджетных обогревателей. Поворотные переключатели расположены на боковой панели. Один регулирует степень нагрева, другой позволяет выбрать мощность. У этой модели есть три положения – 650, 850 и 1500 Вт. Конвектор предназначен для помещения площадью до 20 квадратных метров. Обогреватель оснащен защитным отключением, которое срабатывает при перегреве или опрокидывании. Цена – 2500 рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, конвектор оснащен удобными ручками для переноса, устойчивыми ножками и простым управлением. Выделяется большим числом режимов, но оснащен весьма простым нагревательным элементом. А с учетом невысокой стоимости, 89% пользователей готовы порекомендовать модель к покупке. На втором месте моего топа довольно дорогой Neurad Spot i5 Plus. Это длинный обогреватель 74 см, небольшой высоты 44 см и толщины. Глубина прибора всего 8 см. Модель мощностью 2 кВт предназначена для помещения площадью 20-25 квадратных метров. Она оснащена цельнолитым металлическим нагревательным элементом RX Silence Plus, который быстро, эффективно нагревает воздух в помещении. При этом работает абсолютно бесшумно. А способствует этому и электронный термостат, который, в отличие от дешевых моделей, не издает щелчков при нагревании и остывании. Термостат отвечает за точность достижения заданных параметров и поддержание температуры с актуальностью до 0,1 градуса. За счет этого, а также низкого энергопотребления в режиме ожидания, полватта, обеспечено экономное потребление энергии и комфорт без скачков температуры. Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 вольт до 242 вольт. А при отключении электропитания в конвекторе предусмотрена функция авторестарта, которая восстанавливает работу в прежнем режиме. Конвектор выполнен в обтекаемой форме без острых углов. Это обеспечивает безопасность эксплуатации. Корпус не нагревается выше 60 градусов. На верхней части расположен блок управления,
Он представлен кнопками, позволяющими менять температуру и режимы, и дисплеем, на котором отображаются выбранные параметры. Режимов работы у модели 3 – экономичный, комфортный, антизамерзание. Использовать обогреватель можно в помещениях с высоким уровнем влажности, где возможно попадание на него брызг, поскольку модель имеет высокий уровень пыли и влагозащиты – IP24. Разместить прибор можно как на стене, так и на ножках с колесиками, которые идут в комплекте. Корпус с полимеризованной эпоксидной краской долго сохраняет привлекательный вид и устойчив к механическому воздействию. Цена – 16,5 тысяч рублей за модель на 2000 Вт. Это самая дорогая модель в моем рейтинге. Она отличается от предыдущих конвекторов оснащением, а именно электронным термостатом, который точно поддерживает заданную температуру. У Neura три режима работы. Удобный электронный блок управления с дисплеем, влагозащищенный корпус и нагревательный элемент, обеспечивающий тепловой баланс в помещении. 96% пользователей рекомендуют модель к покупке. И первое место рейтинга занял Resanta OK2000. Модель довольно больших габаритов, ширина 90 см, предназначена для помещений порядка 20 квадратных метров. Мощность прибора 2 кВт. Быстрый нагрев обеспечен не только качественным нагревательным элементом, но и большой площадью воздухоотводов, размещенных на лицевой панели. Устанавливать конвектор можно на стену или на ножки с колесиками, которые идут в комплекте. Корпус имеет влагозащиту, поэтому эксплуатировать прибор можно в ванной комнате и других подобных помещениях. Управление представлено двумя регуляторами. Выбор полной или половинной мощности и степени нагрева. Как и все модели, оснащен термостатом для автоматического отключения при достижении заданных параметров и включении при остывании. Модель предусматривает защитное отключение при угрозе перегрева и опрокидывания. Цена от 5000 рублей. Модель во многом схожа с предыдущей. Высокий уровень влагозащиты, возможность настенного монтажа, удобные для перевозки колесики. Но данный конвектор имеет механическое управление, то есть выбрать температуру не получится. А в целом это надежный, эффективный, качественный, недорогой обогреватель. Так считают 92% пользователей. Это был рейтинг лучших конвекторов на 2022 год. Поставьте лайк и поделитесь в комментариях своим мнением. Можно ли удовлетвориться бюджетным обогревателем? Или стоит переплатить за электронный термостат? Оставляйте комменты, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео!